Сегодня команда дала все силы, я не буду скрывать. Мы прилетели сегодня, приехали в отель, пообедали и ждали теорию. Не в гостиничных номерах, а в холле. Ни в коем случае это не какое-либо там оправдание, не жалоба на что-либо, просто констатация факта того, что команда сегодня в тяжелых условиях вышла и победила в достаточно тяжелом матче. Тяжелый матч получился, искусственное поле после такого сезона. Последняя игра на искусственном поле очень тяжело далась. И команда молодая, хорошо бежит, как это было видно в конце матча. Опять же, валидольная концовка. Самое главное, выиграли. На мой взгляд, «Крылья Советов» – одна из тех команд, которые играют в хороший атакующий, острый футбол. Поэтому таких соперников выигрывать – одно удовольствие. Очень важно было сегодня для меня и для всей команды, в том числе, что на трибунах были наши болельщики. Я не перестану повторять, это большая мотивация для нас. Мы обязаны выходить и делать свою работу честно, потому что мы профессионалы. И я надеюсь, что сегодня наши болельщики, кто приехал на выезд, кто смотрел экран телевизора, они остались довольными. Сложный первый тайм. Скажи, что в перерыве сказали тренеры, как перестроились, на что сказали обратить внимание в первую очередь? На самом деле, мне кажется, что первый тайм хорошо получился, первые 30 минут. Мы вели игру, у нас была инициатива полная. Последние 15 минут получили три момента таких опасных очень. И в перерыве тренер сказал то, что нужно давить соперника и забивать первым гол. Когда подходил к мячу, постарался максимально сконцентрированно сделать подачу, потому что до этого было несколько моментов с угловых, где не совсем получалась хорошая подача. И где-то внутри себя я чувствовал точно так же, как и перед «Динамо», что этот стандарт может закончиться голом. И очень важно для меня было в эти последние три игры принести команде хоть какую-нибудь пользу. Не буду скрывать, сезон был достаточно тяжелый. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю. И было очень важно исправиться и показать клубу, показать ребятам, болельщикам, что меня это не сломает. И я буду на каждую игру выходить сверхмотивированно. У меня как бы неплохой сезон получился. Опять же, хочется больше. И в следующем сезоне будем работать над этим. Всем болельщикам хочу сказать спасибо, то, что поддерживают нас на каждом матче. Даже сегодня было очень много болельщиков. Спасибо им огромное. И ждем вас в следующем сезоне. Он будет очень интересный.